Если ты всерьез хочешь разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, иди в искусство. Или снимаю про него короткие видео, до чего я и дожил. Так или иначе, это Lovejoy, и сегодня я хочу рассказать тебе про работу Эрнста Людвига Кирхнера «Автопортрет в солдатской форме». И начнем мы с того, что это одно из самых мрачных и гротескных полотен немецкого экспрессионизма. Загугли, если не знаешь, что это, обязательно пригодится. Источниками вдохновения для него стал Ван Гог, Мунк, Гоген с его примитивизмом и несуществующие в природе цвета фавистов. И вот мастером смешивать подобные коктейли был художник Кирхнер. Попробуй смотреться на эти искаженные фигуры. Острые, словно выточенные из камня линии, и на смертельную бледность палитры. Это не просто психодел беззубых хипарей, тут Кирхнер изобразил себя инвалидом в военной форме. Взгляд погасший, китель измятый, а окровавленный обрубок правой руки он поднимает как доказательство бесполезности художника, искалеченного войной.